4 человека. По 4. Да, 4. Хотите в парах? Mm-mm. Так быстрее получится. Ладно, давайте по 4. Так веселее. Mm-hmm. Я прошу вас вспомнить вот какой-то такой случай из своей биографии, когда получали какую-нибудь, ну, простую что-нибудь. Из детства колено шибли, там было что-нибудь ударился. Да, вот такое обыкновенное. Бегал, значит, драма. И, значит, поделиться каждому, а потом я попрошу просто вот. Мы можем не писать, а поделиться сначала, послушать друг друга. Значит, вот как вам мне интересно. Значит, что произошло, что это было? Когда заметили ущерб, сразу или не сразу, так вот бегал, вдруг кровь течет или там что-нибудь. Что вот в связи с этим было, что за реакция, как оно было, да? Что стали дальше делать? Да, вот когда это заметили, а? Несерьезно, вот просто ушиб, ссадина, вот что-нибудь такое, да? Что стали делать, или что потом происходило, да? И что было самое неприятное, вот в этом. И потом в конце, может быть, что-то из этого бонус такой. Такое тоже бывает.